Спасибо. Естественно. А где тогда Армения? Армения же восстанавливает и будет восстанавливать ваши дома, многоуважаемые вы мои жители Нагорного Карабаха. А где спасибо армянскому солдату, который погиб там за вас? Нет, вы не свидетель. Вы похититель. Преступник, я же не знаю. Какой позор. Какой позор, клянусь честное слово. 150 человек военнослужащих армянских солдат попали в плен в Азербайджан. И будут сейчас, в ближайшее время, шагать по Баку. На военном параде. И за вас, проститутки. На весь район, на весь район. Ну, я почему пришел на русский язык? Потому что вы же не понимаете армянский язык. Он для вас чужд. Больше 2000 армянских сыновей погибло там. На Карабахской земле. Спасибо кому? Спасибо за сигнал. На этом отдельном отрицательном примере мы мобилизуем общественность, поднимем массы в прессу. Почему вам кажется, что мы вот так вам должны? Может быть и полностью вас включить в состав Азербайджана? Что вы поняли, что значит спасибо армянскому солдату, который погиб за вас, твари? Разве может быть человек таким лицемером? Таким подлецом? И сейчас вы будете попросить помощь у Армении. Восстанавливайте наши дома. Нет, товарищи, попросите у России и у Азербайджана. Нельзя быть таким мразь. Таким мразью нельзя быть. И за вас весь пантеон Ярабалуч в черных лентах и в цветах. Похититель, преступник, я же не знаю. Какой позор. Какой позор, клянусь честно. А вы сейчас говорите спасибо. Я опять повторяю. Да, спасибо России. Но где Армения? Где тот третий флаг на этом торте, который вы подарили русским солдатам? Хоть однажды, хоть один житель Нагорного Карабаха с тортом вышел к армянским солдатам. Кроме слов проклятий и доноса военную полицию, ничего. Ничего. Я же был сотрудником военной полиции. Как вы милиция, слушай, арестуют немедленно тебя. Они же формально обязаны вас посадить. Посадят. Я же видел эти все рапорта докладные жителям Нагорного Карабаха. Солдат украл то, солдат украл грушу, солдат украл хуй и тому подобное. Судите этого солдата. И каким истязанием. Я вот не боюсь сказать, что те солдаты, которые вот все эти 20-25 лет находились в тюрьме Шуши, они перешли намного жесткие пытки, чем те солдаты, которые в данный момент находятся в Баку. Это я уверен. Любой солдат, который сидел в тюрьме Шуши, это будет подтверждать. Руслан Маснавортвец. Какой позор. Какой позор. Клянусь честным словом, Майкл, на весь район. На весь район.